Идею об обмене пленными на Украине Владимир Путин обсудил по телефону с главами Донецкой и Луганской народных республик. По информации пресс-службы Кремля, разговор состоялся накануне вечером. Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, как сообщается, поддержали инициативу по возвращению домой тех, кто воевал по разные стороны линии разграничения, и отметили, что еще необходимо дополнительно проработать этот вопрос с представителями Киева. С предложением провести такой обмен выступил в среду лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, который занимается этой проблемой с начала конфликта в Донбассе. Во время общения с президентом России в Ново-Иерусалимском монастыре в Подмосковье он обратил внимание на то, что процесс застопорился, хотя Минские соглашения предполагают формулу «всех на всех». Согласно действующему законодательству, в настоящее время нельзя реализовать этот принцип в отношении всех лиц и, в первую очередь, в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления. Однако, несмотря на это, сегодня готовы к обмену большое количество людей, и Украина сегодня готова освободить 306 человек, рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек. И это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников. Если можно, я хочу с такой просьбой к вам обратиться. Я очень бы хотел поддержать это. Мы с вами тоже обсуждали все эти темы. Я знаю, что вы близко к сердцу воспринимаете судьбу людей. Люди страдают, являются жертвами этого тяжелого конфликта, который действительно приводит к страданию очень многих. И поэтому я со своей стороны хотел бы тоже просить вас поддержать эту идею. Я сделаю все, что от меня зависит. Переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано и как можно быстрее. Огромное спасибо.